Я только что слышала по телефону, что вы вчера не подписали контракт. Тогда чего ты ждешь? Собирайся. Мы сейчас же извинимся перед ними. Мы должны получить этот проект. Быстрее! Собирайся быстрее! Директор Го, извините, наш председатель сказал, если у вас есть что-то более важное, чем нефритовый сад, вы не искренне в нашем сотрудничестве. На самом деле мы были... Директор Ван, я вас понял. Мы уходим. Директор Гу, вы не собираетесь бороться? Есть вещи, не подвластные нам. Председатель придает большое значение честности. Я первый нарушил контракт. Никто не виноват. Пойдем. Будет еще шанс. До свидания. Босс! Я не пойду сегодня в компанию. Возвращайся пораньше. Пока. Босс! Ты зашла уже так далеко? Ты большой начальник, а стоишь тут и хихикаешь как дурак. Если продолжишь так пялиться... Все сотрудники узнают, что скоро у господина Гу появится жена. Что вас привело? Здравствуйте, я помощница генерального директора группы ГУ, только что была с директором ГУ. Хочу увидеть директора Вана. Сперва я позвоню ему. Спасибо. Хорошо, понятно. Конечно. Извиняюсь, директор Ван никого не принимает. Можете позвонить ему еще раз? Мне правда нужно сказать кое-что важное. Мне нужно сказать это лично. Извиняюсь, но директор Ван не принимает. Приходите в другое время. Умоляю вас, пожалуйста, позвоните ему еще раз. Алло, да, я понял. Прошу, входите. Спасибо, спасибо вам, спасибо. Директор Ван, я вам очень благодарна. Директор Гу не хотел нарушать контракт. Ему пришлось уйти, потому что кое-что случилось с членом его семьи. Поэтому умоляю вас, позвольте мне увидеть председателя. Он никогда не отказывался от своих слов. Не ожидал, что в этот раз он нарушит свои принципы из-за группы Гу. Вы имеете в виду, что он согласился сотрудничать? Я пока что не уверен. Вы должны спросить его сами. Хорошо. Спасибо, директор Ван. Прошу. Входите. Скажите, что хотели. Председатель выслушает. Председатель, спасибо, что дали мне этот шанс. Я здесь, чтобы сказать вам,
Директор Гу очень ценит нефритовый сад. Он нарушил контракт, так как кто-то не хотел, чтобы он его подписывал, и похитили его сестру. Не волнуйтесь, в том, что я сказала, нет ни капли лжи, потому что меня тоже похитили. Я позвонила директору Гу из машины. Хотя я потеряла свой телефон, но вы можете отправить людей и проверить мою историю звонков и посмотреть, когда директор Гу уехал. Вам все будет ясно. Председатель, директор Гу правда очень заботится о вас и нефритовом саде. Он нарушил контракт, потому что боялся, что мы пострадаем. Разве взять на себя ответственность за близких – это ошибка? Неужели вы подпишете контракт с человеком, который не заботится о жизни сестры и своего сотрудника и сосредоточен только на прибыли? Вы правда доверитесь такому человеку? Я прошу вас, председатель, прошу, дайте группе Гу шанс. Помощница Сюнь, вы долго не выдержите в таком низком поклоне, не заставляйте себя. Вы можете подождать. Я дам вам знать, если будут новости. Помощница Сюнь, председатель хочет мне что-то сказать. Подождите меня снаружи. Пожалуйста. Директор Ван. Помощница Сюнь. Все сделано. Правда? Председатель сказал, завтра подписание контракта, передайте директору Гу. Хорошо, хорошо. Кстати, он также сказал, и вы должны быть там завтра. Я? Да, вы. Вы внесли большой вклад в подписание. Расскажите директору Гу хорошие новости. Хорошо, директор Ван. Спасибо вам. Босс, я вернулась. У меня есть для тебя подарок. Какой подарок? Вот. Последняя модель? Ты купил его мне? Не я, а компания. Как свяжусь с тобой без телефона? Спасибо, босс. Взамен у меня есть подарок и для тебя. Какой? Этот загадочный председатель согласился подписать контракт по проекту. Что? Почему ты такой потрясенный? Как твоя помощница, я умею не только водить машину, но еще неплохо умею вести переговоры. Сюнь и Сюань, спасибо, что всегда была рядом. Я говорила тебе, пока ты продолжаешь идти, я всегда буду рядом с тобой. Спасибо тебе. Директор Гу, директор Ван. Тогда в отеле, увидев вас помощницей Сюнь, я думал, что вас привлек только ее внешний вид. Но то, что помощница Сюнь сделала вчера, показало, насколько она смелая. Наконец-то я знаю, почему она вам так нравится. Как мужчина, я должен сказать, что вам действительно повезло. Директор Ван, это не так. На самом деле, мы в отеле в тот день... Потому что она на самом деле моя невеста. Ну что ж, директор Гу, прошу. Босс, только что не слишком ли ты далеко зашел? Нет, иначе как ты объяснишь, что тогда было в отеле? Хочешь, чтобы он решил, что у нас интрижка? Я сказал это, чтобы сохранить твою репутацию. А твои слова не испортили мою репутацию сильнее? Тебя не устраивают мои объяснения? Я тоже потерял свою репутацию.
Не смущайтесь. Вы молодые, я вас понимаю. Ладно. Председатель наверху. Он хочет увидеть вас до подписания, и я не буду пока заходить. Вы двое, проходите. Здравствуйте, председатель. Мы с директором Гу тут. Байбинь? Почему ты здесь? Здравствуйте. Прощаюсь с вами. Я надеялся, что вы реализуете проект «Нефритовый сад». Поздравляю. Мои надежды сбылись. Присаживайтесь. Байбинь. А нет, председатель Бай, вы были в компании, чтобы проверить себя? Юйсюань, мы все еще друзья. Зови меня Байбинь, как обычно. Не волнуйтесь, директор Гу, я ничего не замышлял. Я не крал секреты компании. И я не сделаю ничего, что навредит группе Гу. Ведь я порядочный бизнесмен. Почему председатель компании вдруг решил стать моим помощником? Это только по личным причинам. И тут нет ничего общего с группой Гу. Байбинь, почему ты не сказал, что ты председатель? Я так испугалась вчера. Ты решил нас проверить, что ли? Вроде того. Я просто не ожидал, что грозный директор Гу отправит тебя, свою помощницу, бороться за последний шанс. Нет, нет, это не так. Все не так. Я пришла вчера сюда по своей воле. Ты хорошо знаешь директора Гу. Он ничего не будет объяснять для своей выгоды. Даже если это не его вина, он ничего не скажет. Как его помощница и как та, кто знает правду, я должна была сама тебе все объяснить. Значит ли это, что я обидел вас? Прошу прощения. Директор Бай, вам не нужно. Я первый нарушил контракт, это моя вина. Поскольку мы все знакомы, разве подписание не верный шаг? Конечно. Юйсюань, подожди меня. Мне надо поговорить наедине. Поняла. Чего, черт возьми, ты хочешь? Если ты сегодня не объяснишь мне все, я не подпишу контракт. Директор Гу, успокойся. Я просто хочу, чтобы Юйсюань была счастлива. Но не отказывайся от контракта. Если Юйсюань узнает, что ее усилия были напрасны, ей будет очень грустно. Думаю, ни ты, ни я не хотим видеть ее грустной. Что думаешь, директор Гу? Директор Гу, я рад сотрудничеству. Я тоже рад. Босс, мы же подписали контракт. Почему такой несчастный? Правда? Это не так. Не волнуйся. Я верю, что ты сможешь это сделать. Как насчет того, чтобы отпраздновать вечером? Закажем морепродукты, пригласим Хуэй Синь. Я думаю, что ты не отпраздновать хочешь, а хочешь, чтобы я оплатил счет. Босс, ты хорошо меня знаешь. Но ты сам сказал, что возместишь мне ущерб. Почему бы не сделать это сейчас? Ладно. Спасибо, босс. Прошу, босс.
Что? Говоришь, Байбинь, босс нефритового сада? Удивлена. А я выглядела так же, как и ты. Гуян Чен, генеральный директор и его семье сотни. Нет, тысячи лет истории. И он хорош в скульптуре. Любая его скульптура стоит миллионы. Главное, он действительно очень красивый. А Байбинь – большой босс нефритового сада. В центре города новый торговый центр. Еще новая вилла. Все это построено на его инвестиции. У него тоже высокий статус. И в красоте он не уступает Гуянчену. А главное, он раскрыл свою личность и очень тебе помог. Он хочет завоевать твое расположение. Не говори глупостей. Байбинь и я просто хорошие друзья. У нас нет других отношений, поняла? Так ты имеешь в виду, что ты выбрала Гуянчена? Поспеши и прикрой свой красивый ротик. Сплетничать довольно интересно. Давай съедим столько, сколько сможем сегодня. Мы не должны растратить впустую 380 юаней сегодня. Ты просила меня угостить ужином, но выбрала это место. Прошу тебя, будь приземленней и попробуй новое в этой жизни. Пожалуйста, почувствуй себя обычным человеком. 380 юаней. Да мне этого на неделю пропитания хватит. Только в таком месте, как это, мы с Хуэйсинь можем спокойно поесть. Ладно, кушайте. Тогда приступим. Босс. Почему ты ешь только рыбу, а не креветки? Мы взяли много креветок. Если ты их не съешь, мы вдвоем не осилим. Их хлопотно чистить. Вот, пожалуйста. Она больше не может скрывать свои чувства ко мне. Ей даже все равно, есть ли рядом кто-то. Босс, ты так долго пялился на креветку, что я решила положить ее тебе на тарелку. Не волнуйся, я хорошо ее очистила. Наслаждайся. Вижу, что очистила. Я никогда не видела тебя такой заботливой. Я тоже не люблю чистить креветки, можешь почистить для меня? Конечно. Сегодня угощение моего босса, поэтому мы должны хорошо его кормить. Если ты заплатишь за эту еду, не говоря уже об этих, я почищу для тебя все креветки. На следующей неделе, когда приедем, я доложу на тебя твоему отцу. Да как ты смеешь? Куда вы едете? На следующей неделе много выходных. Хуэйсинь и я поедем к моему отцу на пару дней. Отдохнем немного. Тогда возьмите меня с собой. Давай я. Давай. Такой тяжелый. Готово. Почему этот паршивец еще не здесь?
Директор Гу не следил за тобой? Мне интересно, приедет ли он? Прошу тебя, не упоминай его. Он прилипал ко мне все эти дни, я все время ему отказывала. Правда, не возьмешь меня? Правда, не могу. Правда, не можешь меня взять? Не могу. Я не возьму. Я правда не могу отвезти тебя домой. Босс, просто сосредоточься на работе. Ты... Перестань спрашивать. Сколько раз я тебе уже говорила, я не возьму тебя с собой. Я не об этом хочу сказать. Возвращайся пораньше, хорошо? Он не понимает, что мой отец все еще злится на прошлые слухи о нас. Он создаст проблем, если поедет к моему отцу. Верно. Он здесь. Извиняюсь, я был в пробке. Ты наконец-то тут. Что если пойдешь на работу в таком виде? Не твое дело. Кстати, как насчет стажировки? У меня было интервью, но я еще не получил ответа. Ты правда не поедешь с нами? Ты вернулся уже. Папа отругает тебя за то, что не приехал. Я не сказал ему, что вернулся. Не позволяйте ему узнать. Ладно, ладно. Позаботься о нашем магазине. Давай, братан, отдаю. Позаботься о магазине. Мы отблагодарим тебя, когда вернемся. Запирай двери. Оплатите мне сверхурочные. Паршивец. Идите уже. Пока, пока. 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 Разве Сюнь Юйсюань не живет с тобой? Она поехала к отцу. Что? Ты знакомишься с ее родителями? Я все понял. Видно, вы так сильно влюблены. Думаешь, я такой же, как ты? Это для скульптуры. Без нее я не могу работать. Замолчи. Просто продолжай мечтать. Да иду я, иду! Почему ты всегда забываешь ключи? Байбинь, почему ты здесь? Я приехал на проверку курорта, в который инвестирую. Хуэй Синь сказала, что вы поедете к дяде Сюню. Вот и пришел. Входи, входи, пожалуйста. Моя обувь. Все в порядке, заходи. Ты занят, но все же пришел в гости. Я очень смущена. Мой отец пошел утром на рынок. Присаживайся, я принесу тебе воды. Чувствуй себя как дома. Байбинь, можешь открыть дверь? Это, наверное, папа. Хорошо. Почему ты здесь? А ты почему тут? Что такое? Это не папа? А вы почему здесь? В чем дело? Заходите, проходите. М-
Мы здесь ищем вдохновение. Ян Чена нужно вдохновить для скульптуры. Ему нельзя постоянно быть в офисе. Я просто вывел его на прогулку. Мы только что проезжали мимо. Поскольку у тебя уже дома гости, думаю, тебя не обременит пригласить и нас. Нет, ни за что. Уходи, тебе нельзя быть тут. Заберите его отсюда. Я не могу, а он может? У тебя криминальное прошлое, по мнению моего отца. Что если он увидит тебя, когда вернется? Быстрее, уходи, ну же! Нет, я остаюсь. Почему он может, а я нет? Ты не можешь оставаться тут! Пап! Почему вы приехали? А Байбинь почему тут? Он увидел мои сторис, где мы с Юй Сюань. Он спросил, где мы. Вот я и сказала ему. Не ожидала, что он правда приедет. И не ожидала, что вы тоже припрётесь. Что нам теперь делать? Да уж. Что же теперь делать боссу? Юй Сюань. Пап. Может, представишь мне гостей? Этот господин – генеральный директор группы Гу, Гу Янчен. Это партнер группы Гу, мой хороший друг, господин Байбинь. Ты есть Байбинь? Куэй Сень говорила о тебе. Ты хорошо помогал им в их цветочном магазине, да? Спасибо тебе. Не нужно благодарить, дядя, это несложно. Вы, молодые люди, не понимаете. Несложное дело показывает ваши моральные качества. Босс Гу, я вас знаю. Моя дочь из обычной семьи, но именно из-за тебя она попала в заголовки газет. Дядя, это недоразумение. Какое недоразумение? Я неправильно понял, что моя дочь была твоей любовницей или то, что ты домогался до нее. Пап, это было давно. Директор Гу просто помог мне подняться, СМИ выдумали историю. И я теперь его помощница. Мы уже давно прояснили ситуацию. Как такое можно прояснить? Каждый раз, когда я выпиваю с друзьями, они все спрашивают меня. Когда же твоя дочка приедет домой с твоим богатеньким зятьком? Мне так нелегко. Перестань говорить глупости. Разве ты сама тогда не злилась? Почему ты защищаешь его? Теперь я его помощница. Он мой босс. Мог бы ты быть с ним добрее. Они оба здесь гости. Хорошо, с ними обращайся. Когда ты начала работать на него? Очень давно. Я понял. Постараюсь. Не просто постарайся. Ты должен. Иначе не приготовлю твою любимую тушеную рыбу на обед. О чем ты? Миска тушеной рыбы? Тушеной рыбы? Понял. Тогда, директор Гу, я только что лишнего болтнул. Прошу прощения. Не нужно, дядя. Но так, раз вы двое здесь, давайте пообедаем. Конечно. Тогда вы пока болтайте, а мы с Хуэй Синь приготовим обед. Хуэй Синь! Хуэй Синь, помоги мне! Иду, иду! Иду, иду. Шао Цзэ, почему бы тебе не остаться и не поболтать с ними? Я думаю, мне с вами будет интереснее. А еще я очень хорошо готовлю. Могу я помочь вам двоим? Идем. Ладно, идем. Ладно, ребята, вы тут продолжайте. Приятного общения. Папа, будь милым. Mm-hmm.
Босс Гу, чего стоишь? Садись. Хорошо. Дядя, я видел, что вы вернулись с удочкой. Вы любите рыбалку? Я тоже. Я не ожидал этого, Бэйбинь. Почему у тебя такой же интерес, как у такого старика, как я? Я тоже люблю рыбалку. Послушайте, у меня много увлечений. Поскольку вы двое здесь, я должен показать их вам. Пойдемте. Бэйбинь, посмотри, я люблю рыбалку и шахматы, а сейчас у меня есть время ходить на уроки по шахматам и в игру в карты. Мне нравится традиционная китайская живопись, и я купил кисти, чернила и бумагу. Какое совпадение, я тоже занимаюсь живописью. Возможно, в глубине души во мне живет старик. Замечательно. Так... А у тебя, босс Гу, какие увлечения? Скульптура. Разве это не твоя работа? Я говорю об увлечениях. Антиквариат, гольф и дайвинг. Увлечения для богачей. Бэйбинь, ты в душе стар, а я по факту старик. Похоже, мы с тобой подружимся. Тогда договорились, дядя. Буду с вами рыбачить, играть в шахматы и карты, если вы не против. Замечательно. Недавно я практиковался в рисовании креветки Ци Байши. Позволь показать тебе. Ну как? Я думаю, штрихи могут быть светлее. А ты смекалистый. Еще одну здесь, да? Да. А ты правда эксперт? Вы можете нарисовать водные растения. Как скучно. Я думала, ты испугаешься. Почему ты сидишь здесь один? Почему не общаешься с ними? Я ничего не знаю об увлечениях господина Сюня. Я тоже мало что знаю о его увлечениях. Или ты сердишься из-за этого? Я не злюсь. Боюсь, что дядя не взлюбит еще больше. Важно то, что ты мне нравишься. Что ты сказала? Повтори. Забудь, если не расслышал. Повторять не стану. Помой руки, обед уже готов. Вот, давайте, давайте есть. Попробуйте. Вы все сегодня пришли пообедать со стариком. Нам нужно выпить, верно, Бэйбинь? Принесу вина. Ну уж нет. Им еще ехать обратно, они не могут пить. Они могут остаться здесь, если выпьют. Но у нас не хватает комнат. Им нельзя пить. И тебе тоже нельзя. Хорошо. Давайте есть, кушайте. Кстати, я только что подумал, было бы здорово пригласить вас на курорт, в который я инвестирую. Отличный вид на море. Сейчас он находится на проверке, там мало людей. И к тому же, я храню там свое драгоценное вино. Потерпите немного. Сегодня вечером мы сможем выпить, и вы можете пожить там. Драгоценное вино? Замечательно.
Но я больше не могу терпеть. Мы должны выпить сейчас же. Не перечь. Я за вином. Тебе нравится дайвинг, директор Гу? На курорте есть проекты по дайвингу. Хочешь попробовать? Хочу узнать твое мнение. Конечно. В конце концов, я тоже инвестирую во многие проекты. Да, что с тобой? Я не взяла с собой. Что не взяла? Купальник, чтобы поплавать. Не волнуйся, на курорте есть магазины, просто купишь его там. Юйсюань, как насчет бикини? Я не надену. С твоей фигурой? Тебе не пойдет бикини. Правда? А ты, плейбой, смотрю, много что повидал. Пусть моя фигура обычна, но не смотри на меня свысока. Тебе лучше закрыть глаза сегодня, чтобы не ослепнуть от моей красоты. Хуэйсинь, кто ослепительно красив? Конечно, ваше прекрасное вино. А у тебя, паршивец, хороший вкус. Смотри. Вот, вино чистейшее. Сначала наполню твой бокал. Босс. Бэйби, это для тебя. Выпьем, дядя. Угощайтесь. Не пей много. Ваше здоровье. Ваше здоровье, давайте есть. А здесь есть из чего выбрать. Юйсюань, какой тебе нравится больше? Я думаю, они все красивые. Какой тебе нравится? Вот этот. Вот этот выглядит хорошо, но не слишком ли открытое декольте? Как ты можешь скрывать свою хорошую фигурку? Я не думаю, что этот мне подойдет. Ладно, тогда я выберу этот. Примерю его. Хорошо, поторопись, я жду тебя. Может, я слишком консервативна? Этот вроде ничего такой. Очень подойдет мне. Этот тебе не подходит. Thank you.